Но у нас есть еще одна церемония, и я считаю, что она одна из самых важных. Сколковская гимназия в лице Елены Зеленцовой, пожалуйста, Елена, подписывает соглашение с Кванториум в лице Марины Раковой, генерального директора Кванториума, сети детских технопарков. У нас здесь будет свой детский технопарк, и лаборатория будет открыта в самое ближайшее время. Пожалуйста. Согласитесь, очень красивая церемония. Гораздо красивее, чем Филлипс. Дети работают. А родители вот увлекаются. Поздравляем! Марина, скажите два слова. Благодарю, коллеги. Наша инициатива развития сети детских технопарков «Кванториум» направлена на формирование среды для выращивания человеческого капитала, который сможет осуществить прорыв в высоких технологиях для нашей страны, чтобы поставить ее в позицию мирового лидерства в области высоких технологий. Безусловно, эта площадка, являющаяся одним из ключевых институтов развития инноваций в нашей стране, является самым лучшим местом для того, чтобы дети изначально, с самого раннего возраста, находились среди центров, среди зарождения тех открытий, изобретений, которые случатся завтра, послезавтра, а дальше они продолжат этот путь. Мы верим, что эта площадка станет не просто одним из детских технопарков «Кванториум», это станет федеральной площадкой генерации тех образовательных треков, по которым пойдет вся наша страна и наши дети. Спасибо большое.